И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте рассмотрим, как заставлять предметы крутиться для игрушки. Так, есть у нас, значит, вот эта вот мельница. У нее отделены лопасти, и, значит, нужно, чтобы в игрушке все это дело с какой-то скоростью крутилось. Значит, что нужно сделать? Мы можем добавить любой меш, это или куб, или сферу, без разницы, да? Или добавить empty. Ну, давайте добавим empty. Так, чтобы ее добавить, давайте поставим через shift, правая кнопка мыши, pivot у нашего, значит, предмета, у нашей вышки. Зайдем, значит, добавим empty, parent axis, сделаем ее S чуть побольше, можно даже приподнять, чтобы ее видеть. Так, теперь на эту empty ставим properties вот этот. Это будет, значит, у нас кручение 2. Или у вас будет кручение 1. Или, значит, движение, ну, назовите, как вам будет понятней. Так, жмем Enter. Это все нам пока не понадобится. На вот этот, значит, empty назначаем. Это будет у нас коллизия. Так, коллизия. И здесь у нас будет, значит, какая штука. При столкновении должно происходить кручение. Находим property, потому что у нас вот эта штука называется property, да? Сюда вписываем кручение и ставим скорость, с какой будет крутиться лопасти. Ну, допустим, пятерка. Enter. Так, это все дело подсоединяем. Теперь выбираем лопасти. Теперь на лопасти ставим property. Это будет, значит, вышка. Вышка. Или можно назвать там ток, электричество. Как вам, опять же, будет понятно. Так, следом. Вот эта штука у нас должна крутиться постоянно. Значит, ставим Allowize и ставим именно с какой скоростью. За скорость у нас отвечает, значит, какой моциум вот этот. Так, подсоединяем, ставим, по какой оси он будет крутиться. Ну, допустим, по Z со скоростью 5. Значит, Allowize, это постоянно. Здесь можно переименовать, написать, допустим, вышка, чтобы понимать, да, что это будет крутиться. Здесь выбираем empty, и нужно на коллизию поставить, с чем будет столкновение, с вышкой. Пишем вышка, enter. Все, теперь, когда мы нажмем английскую P, у нас будет постоянно крутиться, значит, наша вот эта лопасть со скоростью 5 по оси Z. Итак, вот такая информация. Все, всем пока, до свидания.